нашем районе реализовано несколько местных инициатив, финансируемых Международным фондом программы ПРООН. Недавно наша телепрограмма рассказывала о завершении проекта «Павловских каравайниц». В канун Нового года завершен еще один проект. Вступила в строй Высоцкая мельница. Руководитель фермерского хозяйства «Росаагро» Михаил Савко, он же директор местного фонда экоразвития «Наследие Слонимщины». В свое время, после выигрыша конкурса местных инициатив и получения транша, возглавила работу по реконструкции заброшенной мельницы в развлекательно-досуговую усадьбу. Здание мельницы превратили в уютный культурный центр, благоустроили пруд и остров в нем. На открытии Высоцкой мельницы пришли местные жители, приехало много гостей. Торжественный форум, как сегодня, надо заслужить. Он просто так никому не дается. Поэтому с ПРООН следует дружить. В семье единой легче ведь живется. В «Росаагро» знают цену и труду, и радости детей, и новоселья. И от души сумеет поблагодарить организаторов и спонсоров веселья. Надеюсь, вы меня поддержите в этом. Цель проекта была одна – создать условия для сохранения ремесел, которыми занимались наши деды, прадеды. В принципе, мельница, как ремесло старинное и, скажем, почетное, осталась одна в районе. Мы смогли ее сохранить. Благодаря населению, благодаря работе работников «Росаагро», «Регионагро». Вот. Сегодня это действующий объект, у которого, я надеюсь, есть и большое будущее. Созданный фонд «Наследие Слонимщины» – это, наверное, первая ласточка. И вы знаете, что уже Слонимщина несколько лет работает по программе «ПРООН». Вы видели, что деревня построена площадка. Сегодня вот открываем Высоцкий млын. Я думаю, что это первые ласточки, а работы предстоит много. Ведь же это деньги европейских фондов. Только нужно работать так, чтобы наши планы, наши программы, вот они именно побеждали в конкурсах. Действительно здорово. Здорово, что сегодня вот такие маленькие деревушки, как Высоцк, они будут возрождаться. И поверьте, вот эта инициатива, ведь это благодаря вот вашей неравнодушной, так сказать, позиции, Михаилу Петровичу с командой, жителей. Я знаю, что и школа очень большой вклад внесла. Василий Викентьевич, молодцы, здорово. Я думаю, что вот эта вот культура, традиции белорусские, они никуда не уйдут, они будут только возрождаться. И, конечно же, мы должны привлечь молодежь для того, чтобы передать те добрые традиции, чтобы следующее поколение помнили и знали, как это все было. Торжественный момент перерезания ленточки и участников торжества ждет увлекательная программа. Павловские каравайницы делятся опытом своей работы. Лучшие мастера сцены района заводят зал народными песнями. Наша справа. Бо ми 35 років були в своїй печі. У нас теж прихоже помешкання, тепленьке. Коли не віриш, так ти повір мені, повізваночок на подолочок. Каб їсти у вас подарунок було немного і немало, треба завсюди капсала і колбаса на столі стояла. Hey, Rosalia, all the same family.
все в тему дня, ведь большинство местных инициатив есть проекты воссоздания народных традиций, а культурное наследие белорусов богато и многогранно.